Сейчас рассмотрим вариант для преодоления мертвой точки. То есть, когда у нас нет инерции с нулевого старта, инерцию покоя мы преодолеваем. Если мы включаем ноги, там мы можем разогнаться, работать с большим весом. Здесь мы сразу же включаем руки. Поэтому вес для начала небольшой и уже подходить к вопросу разогрева не на сухую. Несколько вариантов. Первый – это вот мы садимся на колени и делаем. Остался тот же самый срыв сразу с мертвой точки.